Лисина Софья, 4 года. Андрей Усачев, что такое День Победы? Читает стихотворение на лабиринт.ру. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракет. Маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Им вверх не тает нет, рассыпаясь там и тут. Это что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушки и альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.